Зачем ему деда-то было убивать? Непонятливый ты какой. Да девка ему это нужна. Ну а девка-то ему зачем? С ума сошли, мамаша. Да их вся улица видела. Спросят, где дети? Коль вам так сильно на каторгу захотелось, давайте, но без меня. Тихо ты! Разорался. Пошутил я. Шутки у тебя дурацкие. Много на себя берешь, малый. Поберушка. Рвань поганая. Я тебя из грязи вытащил, а ты мне хамишь? Да я тебе цыганская морда зенки выдавлю. Деньги он не взял. Сдачи не захотел. Перед девчонкой выкобениваешься. Может и правду целы денежки. Да только они не ваши. Ох, сдается мне, не понимаешь ты, с кем разговариваешь. Чего тут понимать? Беглый каторжник. Шипниха жалому за раз повяжет вас и доставит по месту отбытия наказания. Вам сколько еще там осталось? Годков 10? Еще 5 годков за побег. Ежели вы ничего другого натворить не успели. И не увидим мы вас больше никогда. Ты гляди, какой сынок у тебя. Рассудительный не по годам. А кто же вам, каторжнику и убийце, поверит? Скажет, а чего же вы тогда ничего про это не сказали? Умно. Да ведь есть еще та девчонка. Другая. Настоящая княжна. Она в Москве, я знаю. Может, адресок имеет? Враги! Смеёныш! Где деньги? Говори, гад! Не трогай его! Хватит, я пошутил! Отдам все до копейки! Вот так бы сразу. Вот и славно. Я тоже пошутил. Мы с тобой, парень, шутники большие. В чулане укладка. Сейчас принесу. Вместе. Мы теперь все вместе будем делать. Кто это сделал? Я не знаю, мистер Браун. Зато знаю я. Это сделали вы. Клянусь, я этого не делал. Это есть ложь. Вы молитесь Богу, чтобы девочка осталась жива. Если она умрет, я задушу вас собственными руками. А может, вы сами это сделали, а сваливаете на меня? Понаехали отовсюду. Сидели бы у себя в Англии, не рыпались. Так нет же. Вам здесь как будто медом намазано. Кстати, у него упражняется в искусстве фехтования наш подопечный. Осторожно, шпага. О. Князь Петр Голицын. Вот такой захват. Может решить исход поединка в вашу пользу. Кстати, когда вы деретесь? Через 8 дней. Ну... Мужайтесь, мой друг. Через 8 дней я из вас делаю Гектора. Правда? При одном условии. Вы не расстаетесь со шпагой ни на минуту. Вы с ней спите, едите и делаете все остальное. Вы меня поняли? Да. Нет-нет. Только задаток. Остальное после дуэли. Если, конечно, поединок будет в вашу пользу. Таково мое правило. Все, вступайте. Завтра в это же время. Но он же обречен. Меня взяли за ниточку.
положили на маленькое блюдечко. Людочка! Путешествие. Путешествие? Да. А что, вы тоже выбрались на сушу? Да. Мне преграждали путь диковинные растения. Кто тут? Ой. Кто там? Причудливые кораллы принимали меня в свои объятия. Страшные рыбы и немыслимые подводные существа сновали в разные стороны. Теплые и холодные потоки поочередно сменяли друг друга. А ближе к поверхности буря становилась еще заметнее. Они мореплавали, открывали новые морские земли, а их потомки дальше мореплавали. Эти путешествия были очень опасными. Потому что в те далекие времена никто как следует не знал моря. А поэтому могло случиться и случалось всякое. Конечно, на них вдруг нападал пиратский корабль. Пираты прыгали на палубы. Отдавайте нам ваши подзорные трубы, компасы и карты. А то шторм так и бросал судно в разные стороны, так и норовя закинуть на какие-нибудь рифы. Но мореплаватели отважно шли вперед! Прокладывая все новые и новые пути, как мы с тобой, внучок. Дедушка, ты посмотри! Посмотри, дедушка, новая земля! Мы с тобой открыли новую землю! Я теперь всегда с тобой мореплавить буду. Только ты гляди, как бы тебя одного без меня никуда не уносило. К сожалению, внучок, я тебя не во всякое путешествие могу с собой взять. Потому что есть путешествия очень опасные. Только для дедушки, но никак не для внука. После обеда дедушка задремал в своем плетеном кресле качалки. А я сначала обиделся. Ну и понятно, когда такое говорят внук. Потом, обидевшись, я вернулся на веранду. А плетеное кресло качалка раскачивалось в разные стороны. Но дедушки в нем уже самого. Когда все заплакали и поняли, что дедушка опоздал навсегда, только я один не заплакал, а наоборот старался взрослеть изо всех сил. И повзрослел так быстро, что никто и глазом моргнуть не успел. А я влетел в столовую, когда все уже доедали третье. Вам привет. Отраву! Вам привет, Надежда. Я только что встретил его в районе мыса Доброй Надежды. Унесло!